Ребята, я знаю, что вы очень любите пересказывать друг другу интересные рассказы и удивительные истории. А давайте будем вместе учиться пересказывать. Сейчас я вам расскажу интересный рассказ про зайца. А вы послушайте этот рассказ внимательно и попробуйте его пересказать с помощью картинок, которые будут появляться на экране. Заяц к зиме не готовится. Он зимой сидит в снегу и боится. Заяц спит, а глаза у зайца не закрываются. Зимой заяц питается корой деревьев. Лисица. Сова. Волк. Все охотятся за зайцем. Зайца спасают его быстрые лапы и тонкий слух. А сейчас попробуй сам пересказать рассказ про зайца.